Пункт вакцинации возле торгового центра галереи 918 пользуется неизменной популярностью. Прививку здесь можно сделать быстро и без записи. Ежедневно с 11 до 14:30. К открытию прививочного пункта возле торгового центра галереи 918 образовалась небольшая очередь. Но движется она быстро, много времени не потеряете. Можно? Да, пожалуйста, присаживайтесь. Михаил Григорьевич Каплан пришел делать укол вторым компонентом вакцины от COVID-19. Первую, говорит, принес отлично, несмотря на свои 80 с хвостиком. Привиться решил давно, только вот в процессе подготовки к вакцинации узнал, что уже переболел бессимптомно. Хотел делать прививку, оказалось, у меня антитела. Через месяц я проверил, было 52, стало 48. То есть уменьшилось, то есть уменьшается. Сейчас где-то в районе где-то 20-30, в этих пределах должно быть. А что можете сказать людям, которые сомневаются, делать, не делать? Делать, безусловно. У Ирины Соколовой не так давно умерла от коронавируса коллега. Это событие еще больше укрепило ее уверенность в том, что прививаться необходимо. Если не сделать прививку, то будешь себя, может быть, корить в том, что ты не сделал прививку и довел себя до такого состояния. Я считаю, что, в принципе, прививочный вот этот процесс делался всегда у нас с детского возраста. Это просто новое, поэтому люди, наверное, боятся. А бояться не надо совершенно. За 3,5 часа в прививочном пункте около торгового центра галереи 918 сделать прививку от коронавируса смогли более 20 человек. В основном прививки сегодня были, это повторная вакцинация. По первой вакцинации, ну, по опросу пациентов, практически все перенесли без осложнений. У некоторых были температурка до 37,8. Напомним, что в Ленинском городском округе привиться от коронавируса можно в 15 стационарных пунктах вакцинации. Также мобильные бригады медиков выезжают в СНТ, деревни и коттеджные поселки. На данный момент вакциной от COVID-19 привито уже 61 тысяча человек. Сделайте прививку и вы. Защитите себя от коронавируса. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.